Прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу-турнира. Матчевая встреча представителей Ухты и Сыктывкара состоится завтра на площадке фитнес-клуба «Грани». Зрители ожидают зрелищные бои в 4 весовых категориях. Формат каждого боя 4 раунда по 3 минуты. Я бы отметил нашего города Данилогорска Валерия. Он уже проводил несколько профессиональных поединков по боксу. Уже достаточно опытный спортсмен, является мастером спорта. Вот. Также у нас будет такой необычный спортсмен, он является бойцом ММА, но будет выступать по боксу, это Киракасан Владимир. Вот. Ну вот с нашей стороны вот эти два человека такие самые яркие. А вот с Ухты, вот уже знаю одного участника, Лагожа Евгений, он уже принимал участие, очень показал яркий бой в прошлый раз. Вот. Ну и я думаю, что в этот раз тоже покажет хороший бой. Победители боев принесут очки в копилку своего города. Добавлю, ранее победу в подобном турнире одержали ухтинцы, так что у столичных боксеров есть все шансы взять реванш. Напомню, турнир двух городов состоится завтра в 15:00 в фитнес-клубе «Грани». Вход свободный.